Давайте немного модифицируем наш код. Итак, сейчас у нас есть такой код, с помощью которого мы заполняем значением, да, в столбце А от первой строки до десятой. Но если нам надо каждый раз разное значение заполнять строк, то 10, то 20, то 30 и так далее. И мы не хотим каждый раз, да, там возвращаться в код и вносить эти изменения вручную. Как это можно сделать? Для этого существует такое окно, как Input Box. Есть Message Box, да, мы им уже пользовались, там просто выводится какое-то сообщение на экран. А Input Box, так пишется вот так вот, кроме того, что там выводится сообщение, пользователь еще и сам может ввести какие-то значения. Написали Input Box и открываем круглую скобочку. Первый параметр — это prompt. Пишем в двойных кавычках. Давайте введите число от 1 до 100. Ставим запятую. Следующий параметр — title. Это название окна, то есть это что будет написано вот здесь, в верхней части окна. Давайте тоже напишем в двойных кавычках. Давайте напишем для ознакомительных целей окно. Вот так вот. Ставим запятую. Default. Значение по умолчанию. Пускай у нас будет 1. Далее X позиция, Y позиция, help файл, контекст и так далее. Пока мы этот момент пропустим, закроем скобочку. Можно запустить, но видим, да, ожидается, что тут будет равно. То есть вот это значение, которое мы введем, должно храниться в какой-то переменной. Итак, у нас переменная а есть. Давайте тогда будем использовать переменную x. X равно, и x будет то, что мы введем. И давайте вот эти 50 мы изменим на x и посмотрим, что у нас произойдет. Запускаем и видим, да, первое сообщение: введите число от 1 до 100. Это текст, который отображается вот здесь, в центре окна. Далее окно. Вот это слово, это заголовок нашего окна. И значение по умолчанию 1, вот отображается единичка. Давайте введем значение первое 5 и нажмем ОК. Видим, да, у нас заполнилось 5 строк. Запустим еще раз. Напишем 25. ОК. И у нас заполнилось 25 строк. То есть вот это вот значение, которое мы вводим сюда, 33, оно сохраняется в переменной x. Потом это значение, которое мы ввели, в данном случае 33, я ввел последний раз, оно переходит сюда, в этот x. И получается, нам надо заполнить строчки от 1 до 33. До 33. Вот все эти значения заполнены. Да, кстати, можно заполнять, вот i изменить. Вот так вот, 3. Давайте запустим. Ну и вот.